то самое чувство, ради которого приезжаешь просто такие олимпиады, это не чувство победы, не чувство удовлетворенности от нее, а именно эмоции, которые получаешь от взаимосвязи с другими ребятами и с другими взрослыми, от которых ты получаешь информацию. Было интересно, когда мы поехали на объект, то есть мы вживую увидели все, как это все выглядит. Поспрашивали у местных жителей то, что именно их интересует. И увидеть это действительно своими глазами очень полезно, потому что когда ты смотришь на карте это, или просто читаешь какие-то комментарии от жителей этого комплекса, у тебя не может сложиться вот полного впечатления о том, что там действительно происходит. А когда ты приезжаешь туда и видишь это все своими глазами, то все становится ясно, что там нужно исправить, или что там, наоборот, хорошо, а что плохо. Приятно, что была возможность послушать мнение экспертов и консультироваться. Нам очень понравилась организатор Ольга. Она нам много раз помогала, давала какие-то маленькие советы, которые в целом поднимали очень сильно нашу мотивацию.